Состоялся телефонный разговор первого президента Казахстана и узбекского лидера. Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обсудили текущую региональную повестку, а также график предстоящих международных мероприятий. Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступающего Наурыза и высоко оценили уровень отношений между Казахстаном и Узбекистаном, традиционно развивающихся в духе стратегического партнерства, добрососедства и дружбы братских народов двух стран. Отмечу, разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.